форсаж. Короче, Леопольд Кот, идеальный убийца. У себя в гараже собрал кастомный Skyline кабриолет, чтобы на эстакадах боком раздавать и в марте кошечек возить. Но на улицах крысы не спят и тоже хотят блага вкусить. Мотоциклетная банда, ночные мыши хотят тачку угнать у порядочного кота. Казалось бы, вор, статья авторитетная, но не спешите, тут интрига имеется. Подложили магнит, чтобы у иммобилайзера сигнал сбить, но бортанулись по неумению. Котик весь налимонился и поехал на блядки. Но неладное почуял. Короче, едет котик, и тут у Скайлайна жопу таскать начало. Заметил магнит Лёва, так как прохаванный тип он в телегах. Исправил ситуацию и пошел в поле цветочки нюхать. Но мыши не сдулись, прыгнули на свой Кавасаки 500-кубовый, пронюхали, где котик ныкается. В кустах солями обхумарились и решили, короче, по беспределу действовать. Skyline прыгнули, сожгание замкнули и поехали в Дагестан тачку пилить, Но не Санта бешеный, V8 и два города злых, прошивка бешеная. Разогнались мыши, а как остановиться, не знаю. Вот тут-то и вскрылись они, когда на помощь звать стали. Мусорами оказались, Вася. Банда мусоров тачки угоняет у котиков, вот в чем весь цимус. Короче, по итогу котик провел их, а сами они на страшную зону отправились, с петухами сидели. Форсаж.